Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такие пасхальные яйца. Мне очень нравится то, что получилось, и, возможно, для кого-то это будет новая идея. Для работы я использую глину крел и мой любимый молд. Беру немного глины и заполняю молд. Буду заполнять все детали, так как у меня 5 яиц, и именно на лепку уходит очень много времени. Лепки надо много, поэтому, можно сказать, полдня, даже больше уходит только на лепку. Это при том, что у меня 2 молда. Если один, то, наверное, все 2 дня. И вот так заполняю. Затем лишнее уберу. Кто со мной давно на канале, уже не раз видел, как я это делаю. И сейчас вот самое крупное, просто сверху немного снимаю. И вот так придавливаю. Теперь я беру немного воды и смачиваю. Много не надо, чтобы грязь не разводить. Беру карточку кредитной карточкой. Это у меня старая кредитная карточка. И вот так все выравниваю. Еще немного воды. Так, лишнее убираем. И вот так. Пальцами еще раз придавливаем. И сейчас я вам покажу, как все чисто получается и все детали отчетливые. Вот, очень быстро. Посмотрите, все заполнено и все детали, все отчетливо у нас будет видно. И заполняю все необходимые молды. И отправляю в морозилку на минут 40. Именно в морозилку. Моя лепнина минут 40 была в холодильнике. И теперь я ее вытаскиваю. Вытаскивается очень хорошо. И все у нас отчетливо. Вот, получается. Вы видите, как все получилось. Один молд и второй. И так мы делаем необходимое количество лепнины. Вот она подмерзла и очень отчетливо, посмотрите, как все получается. И необходимые части я подрежу, так как у меня заготовки небольшие, поэтому я лишнее подрежу. Вот это можно делать ножиком, можно как я шпателем. И отделяю все детали вот так аккуратно. Подготавливаю к работе. У меня вот такие пластиковые яйца заготовки, и чтобы удобно было держать, я одела шпажку. И приклеивать лепнину буду на белый грунт. Поэтому я беру яйцо и вот так просто наношу его на заготовку. Достаточно такой толстый слой, чтобы все приклеилось. И теперь беру лепнину и располагаю ее на заготовке. Если где-то мне не хватает грунта, я вот так кисточкой наношу и все подклеиваю. Лепнина у меня чуть-чуть постояла, чтобы она закрепилась. Теперь следующий отрезок. Так, вот тут еще чуть-чуть, чтобы все хорошо приклеивается и на грунте очень хорошо все держится. Здесь уже можно располагать как то, что хочет. Так, следующий отрезок лепнины. У меня здесь как раз 3 вмещается. Вот это немножко постояло дольше лепнина, надо ее прикладывать
У меня всего лишь два молда, поэтому вот эту я только что вытащила буквально 10 минут назад, а это уже где-то 40 минут постояло. Поэтому надо ее вот так дольше придать ей форму, чтобы все держалось. У меня два молда, и то занимает полдня, чтобы вот сделать всю эту лепнину. Потому что все держу в холодильнике, и тогда все отчетливо, все видно. Так, и еще одно, вот оно. Если где-то остается какое-то расстояние, я потом нанесу мелкие вот эти детали, чтобы все. Так, все проверяю, чтобы все подклеилось. И теперь буду заполнять отдельными вот такими маленькими деталями все остальное. Здесь уже можно вот так поиграть, что-то где-то подвинуть, чтобы все заполнить, чтобы не было пустых мест. Вот видите, как все заполняется. И вот так продолжаем работу. Наносим грунт и заполняем все детали. Так, как лучше тут? Здесь уже надо смотреть, где что, как ложится. Так, надо с другой стороны. Вот это. Да, вот так. Что-то можно чуть-чуть подвинуть, что-то отодвинуть, что-то растянуть, подтянуть, чтобы у нас не было пустых мест. Нет, все-таки мне это не нравится. Вот с этой стороны надо. Так, это тоже с этой стороны. Здесь уже можно поиграться. Вот оно, то, что мне надо. И вот так заполняем все пустые места. Работа, конечно, кропотливая, но зато все красиво получается. И таких яиц не будет ни у кого. И продолжаем работу. Если вдруг где-то остаются вот такие мелкие места, то можно тут отдельные фрагменты. Вот я вырезала маленький фрагмент и помещу его сюда, чтобы все заполнить. Вот я заполнила всю заготовку и теперь отправляю сушиться. Вчера я покрасила яйца и думала, что камера у меня снимает. Но оказалось, что нет. Но расскажу. В любом случае, я покрасила яйца перламутровой краской. Можно использовать любую акриловую краску. И сейчас буду их тонировать. Я максимально подобрала цвет. Розочки, как вы помните, были у нас на корзинке. У меня металлизированная краска вот такая. Цвета даже уже и не видно, тут все стерлось. И я немного краски возьму на лист, просто выложу. Так, не совсем удобно зубочисткой. Сейчас вернусь к вам. Вот я выложила краску, и теперь беру спонжик и вот так его немножко в этой краске. Можно даже сразу на спонжик его намазать. И теперь беру яйца и вот такими движениями подкрашиваю их. И посмотрите, как идеально подходит цвет. И вот так их затонирую.
Получается очень красиво. Можно добавить сразу лишнее на бумажку. И здесь, если вы хотите больше, проходим несколько раз. Больше цвета, хотите меньше, оставляем как есть. И посмотрите, какая красота получается. И вот что у меня получилось. Я очень довольна результатом. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока!